Добрый день, сегодня анбоксинг. Это кубик 2х2 от компании Мою под названием Жан Ланг Сен-Хуан Спидкуб Сириес. Сам бренд компании Мою Сен-Хуан. Видели мы трешку от этой компании. Ну, прошла она как-то так, не очень заметно. Коробочка похожа на коробочки от Мою. Оно есть Мою. Сейчас уже VRM выпускают другие коробки. Такие вот. Вот на старые, как от GTS-ов, похоже. Если вот открывается-закрывается вот при помощи такого магнитика. Открываем. Видим кубик с логотипом. Внутри также нас ожидает подставочка прозрачная. Отверточка, запасные магниты, сразу можно видеть, что это примерно 1х2 мм, то есть толщина 1, диаметр 2, и карточки, пара карточек и инструкция. Ну, инструкция типовая, по-моему, такая же была в ARM. Куда более интересен сам куб. Подставки, отверточки, это, конечно, хорошо, но кубик это гораздо лучше. Куб Жан Ланг вышел достаточно давно уже, и как-то он прошел мимо меня. То ли он не продавался там, где я покупаю, то ли еще по какой-то причине. Ну, я как бы не особо тренировал 2 на 2. Поэтому, ну, прошел мимо и прошел. У меня же есть... как бы go-on, и мне ничего больше-то и не надо. Ну, мне не раз писали, что Жан Ланг очень кубик хороший, и как-то на чемпионатах в зоне скрамблинга он мне попадался, я покрутил, думаю, а кубик-то хороший, надо его как-нибудь добыть, и вот добыл. Вот он кубик. Размер 50 мм, стандартные цвета для компании Мою. И сравнивать я буду не с Гуагуаном уже, который для меня был долгое время эталоном, а с VR. Я уже частично это сделал, видео про VRM, но я не знаю, когда я выпущу конкретно это видео, поскольку это не новинка. Но кубик очень достойный, поэтому я решил ему посвятить отдельное видео. Гуагуан, как вы видите, в черном пластике, несмотря на то, что я практически все свои головоломки, ну, скоростные, перевел на цветной. У меня было только 2 на 2 и 3 на 3, которые для ОХ, Вилон GTS 2, там до сих пор. Ну вот, двушку мы теперь уже откладываем. То есть, Valk 2, я думал, возьму, и он заменит Гуагуан. Нет, не заменил. И только с приходом Жан Ланга я понял... какой же замечательный этот кубик. Просто отличная двушка. Мое среднее время по 2 на 2 около 6 секунд. Ну, было где-то больше 6 секунд на тот момент, как мне попал в руки Жан Ланг. И именно на этом кубике я впервые сделал себе сотку SUB-6. То есть я открутил 1000 и сделал это с большим удовольствием. На чемпионате в Раменском, который... был, ну, на момент записи видео не так давно. На момент публикации, возможно, где-то я побываю еще. Не знаю пока. Я, к сожалению, плохо отсобирал. И, ну, как бы, не обновил свой результат. Хотя мог и перед самими сборками, когда тренировался, собирал неплохо. Ну, что-то переволновался, не суть. Тем не менее, это... такой хороший кубик, что им хочется собирать, собирать и собирать. Он очень быстрый и достаточно мягкий. Отверстие, которое вот это вот, но значительно меньше, чем у VRM, и даже меньше, чем у Гуагуана. Но это как бы ему не мешает. Внутри вот такие вот ребра, более-менее стандартные. Не окрашенный пластик, ну, так же, как и у Вейра, вроде бы. Он значительно тише,
чем другие кубики. Даже тот же VRM, хоть не особо громкий, но вот он также щелкает. А этот, мне кажется, поглуше шелестит. Это не может не радовать. Гогон при своем отличном вращении издавал, конечно, больше звуков. Гогон так и остается отличным кубом, и если он у вас есть, нет смысла что-то другое покупать. Просто он у меня почему-то, ну не почему-то, потому что раньше я покупал все в черном пластике, и он в таком виде-то и есть. Сейчас перешел на цветной, поэтому Джон Ланг и мой VRM будут теперь представлять мои скоростные головоломки на соревнованиях. Благодаря вот этим двум двушкам я хорошенько прокачал свое среднее время по 2 на 2. Я открутил 1000 на Жан Ланге, сделал сотку саб 6, потом открутил 1000 на VR, еще улучшил результат, открутил сотку или две на Жан Ланге, еще улучшил, еще на VR еще улучшил, и потом я просто остановился, чтобы у вас хоть немножко оставить, да, запас. И чтобы я, там, приобретя Даян какой-нибудь, возможно, видео про него выйдет раньше этого, не знаю, ну, как бы, было еще куда стремиться. Потому что, мне кажется, вот SAP 5 я сделаю, а дальше будет уже тяжело. Я собираю 2 на 2 методом Фридрих и простой Ортегой, то есть, ну, в которой всего 3 алгоритма. То есть, если у меня появляются комбинации с какой-нибудь, смоделируем, да, появляется вот такая комбинация, то есть когда блок снизу, я перехватываю и привожу к такой ситуации, когда блок сверху, и отсюда его делаю. Ну, а можно же знать алгоритм для каждого случая, но пока мне и без этого удается улучшать свое время. Я однозначно могу заявить, что вот это сейчас, на мой взгляд, субъективно, как обычно, то вот это два лучших кубика 2 на 2. Жан Ланг и VRM. Он и Гуагуан никуда не девается. Ну, давайте более молодым дадим дорогу. Вот из тех кубиков, что у меня есть, вот эти сейчас самые лучшие. Здесь не берется в расчет Ган 251. Его у меня пока нет. И Даян Тангюн 2 на 2. Этих мы подождем и посмотрим. А пока именно эти два кубика будут у меня всегда с собой на чемпионатах. Разница их в том, что они по скорости примерно одинаковые, по ощущениям тоже, но Жан Ланг чуть мягче, а VRM чуть жестче. Вот и все. Ну и как бы VRM на 0,5 мм побольше. Особо это незаметно, и то крутить удобно. Два замечательных куба. Перехвалил, но куда деваться. Лично мне кубик понравился, чем, возможно, даже чуть больше, чем VRM. Если у вас есть Жан Ланг, то VRM вам особо не нужен. Ну и также и наоборот. То есть они как бы взаимозаменяемые кубики. Оба отличные. Оба хорошие, но опять же, как для кубера среднего уровня сборки. Да, я не скажу, что прям начинающего 2 на 2, но можно лучше, и много людей собирает лучше. На этом все. Всем спасибо, всем пока.